закончили проклейку Citroen виброматериалами, проклеили в багажник, арочки у нас проклеены усиленным материалом, наиболее шумные места авто, проклеены крылья, и все прокатано. Так у нас теперь выглядит багажник, все проклеено. Проклеили салон, весь материал предварительно был разогрет, и при проклейке все прокатывается валиком. Таким сплошным ковром стелится вибра. Нанесли первый слой также вибропласта на двери. Приступаем к поклейке шумопоглощающих материалов.